13-летняя Доминика, несмотря на свой юный возраст, занимается вполне себе серьезным делом. Она входит в ряды поискового отряда. Интересовалась раскопками еще в начальных классах, рассказывает Доминика. Я познакомилась с Николаем Кузнецовым, это сын руководителя, и он привел меня сюда. Я была очень рада этому. Я честно благодарна ему очень. Сегодня представители поисковых отрядов принимают участие в мемориальной акции в селе Ершово. Именно в этой деревне в далеком 41-м от рук фашистов погибли десятки местных жителей и красноармейцев. Необходимо в современных условиях, к сожалению, нам к этим историям возвращаться неоднократно и особенно в условиях новой гуманитарной реальности. Участники всероссийской акции «Мы помним» сегодня прошлись по улицам села, посетили храм и возложили цветы к братской могиле. Мы, поисковики, пытаемся донести до этих молодых душ, которые идут нам на смену, о тех событиях, которые происходили здесь, на этой земле. Здесь, в селе Ершово, в 1941 году разворачивались военные действия. Фашисты оккупировали эту территорию и совершали жестокие преступления. Прямо сейчас мы находимся на одном из таких. Сзади меня уже храм Святой Живоначальной Троицы. Раньше это была церковь, которую фашисты взорвали с мирными жителями внутри. И все участники акции пришли сюда, чтобы возложить цветы и почтить память. Лада Дудко, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».